О, кнопка. Так, помню, помню такое. Тайная эльфийская сокровищница, нужна. Зеленый куб. Так, зеленый куб берем. И ложим его сюда. Что, где открылось? Вот это лифт еще, да? Где-то что-то открылось? Так, пройдемся. А-а-а, прошлись. Назад. Погнали наверх. Отлично. Так, ну что, пульнем этим в него. Погнали наверх. Блин, завалили одного. Второй приснился. Клево. Вот это плохо. Сейчас подлечится. Сейчас подлечится один и второй. У меня нету этого самого лечения. Поэтому приходится ждать. Надо всем купить это лечение. Первая помощь. Так, ману примем. Возьмем критический удар. И поехали опять. Да что ж такое, а? Что ж такое, как мне его завалить-то, а? Хм. А их там все больше и больше. Куда ты побег? Куда? Туника стеснения. Блин, а ты тут откуда? Чудо. Внедрился в наши ряды. Туника стеснения. Стесняется туника. Дальний бой. Дальний бой 5. Лучше броня, ловкость, интеллект. Одевай. Магия природы. Да. Начинается веселуха. 604 у него было жизни. Тут у нас что? Боевой посох. Эликсир маны. Так, золото. Боевой посох. Куда он взялся? Ближний бой. Боевой посох, ближний бой. Вот это смешно, конечно. Ладно, возьми его. Нет, ты его не можешь взять. Ближний бой, ближний бой. Извиняюсь, микрофон задел. Ближний бой. Что же делать с твоим ближним боем? У тебя ближний бой. Ближний бой у тебя второго уровня всего лишь. Так. Повреждение от лука и арбалета. Дальний бой уровня 12. Так, а тут что-то у тебя
А, вот пошла, да, прокачка. Сияние благодаря интенсивной медитации. Максимальная манна плюс 7. Нужно тебе. Вот у тебя первое. Так, это вообще тебе не нужно. Как его можно убрать? Вот так. Так, это будет сфера страж. Эльфийский маг Оринт мог призывать энергетическую сферу шар, который парил над ним и насылал огонь на его врагов. Позже Оринт усовершенствовал эту способность, научившись посылать в сферу дополнительную энергию. Автоматически создает вокруг сферу быстрого восстановления. Так, текущий уровень 1, повреждение 39 до 58, длительность 20 секунд. Нормально. Нормальная вещь. Так, а вот это что? Вот это у нас что? Повреждение. Вот не видно, сколько повреждения. Класс боевая магия. Попробуем эту. Так, лук. Попробуем вот эти две. Посмотрим, что это такое. Посмотрим. Так, тут ворота. А там еще ворота вниз, наверное, да? Тут ворота. Ух ты. Стоять. О, это что такое? Это что, по толпе, что ли, туда? Не, это что-то какая-то ерунда. Манны, по-моему, тратит больше. А урон... Урон просто раскидывается сильно, разброс большой. Как дробью стрелять. Надо критические удары эти прокачать, чтобы они заполнились, потому что мало ли каков будет этот самый босяра внизу. Не внизу, где-то дальше. Так, прокачали еще ему боевую магию. Ничего нету. Тут иногда может в стене что-то быть незаметно. Какая-нибудь конопенция. И все. О, для мага что-то. Куда вы уходите, а? Сундук. Меч Дриад. Что за меч Дриад? Ух ты! О, боевая магия или магия природы. Вот тебе посох. Еще два этих самых надо левела докачать. Полтора. И можешь его взять. Ближний бой 3. Да. Так, что это за заклинание воскрешения? Магия природы 4. Вот это нужная вещь. У тебя оно есть? Нету. Воскрешение это если он совсем помрет или далеко где-то завалится. Магия природы 4. Нужная вещь, конечно, но мы его сейчас не можем использовать. Нужно ждать, пока у нас будет собственный маг природы. Так, тут ничего больше нету, да?
Веер искр, ярость медведя. Боевая магия. Ярость медведя. Так, это магия природы. А, это есть у меня. Это все магия природы. Боевая магия, вот это есть, да. Так, боевая магия. Магия природы. Шестой. Ясно, на шестом оденем перчатки. Так, давай. Бомби. Заклинание природы. Это шестого уровня. Ну понятно, пролетаем. В данном случае пролетаем. Ты видел, как эти монстры падали штабелями? Я не смотрел, мне было не до того. Ха-ха. А почему ты такой зануда? Я просто хотела напомнить, как классно сражалась в бою. Хорошего бойца сразу видно. Молодец. Как это? Хороший боец — это тот, кто остался в живых. Это точно. Это точно. Босяра. Еще один. Два босса. Я только с одним разобрался. Сейчас они еще телепортанутся ко мне. Не понял, куда ты в стену валишь. Блин. Вот это будет расчудесно вообще. Если еще и вдвоем вы выйдете. Вот еще и своего питомца вызвал. Блин, они вдвоем идут. Назад, назад. Чудики. Ты что, трое там, что ли? Их, по-моему, трое. Опа, опа, па, па, па. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как плохо. Один выстрел, а? Да почему он идет сзади-то, а? Мэн. Вот это веселуха. Вот это веселуха. Погнали. Блин, зря потратил, конечно. Зря потратил на него свой этот самый выстрел. Так, талисман. Что за талисман? Талисман требует уровень персонажа 11. Прикольно. Так, 9, 8, 5. Макс-самоучка. Класс. Лучник, лучник, Макс-самоучка. Веселуха какая, а? О, как мы его завалили быстро. При помощи вот этого удара. Быстро вальнули. Вот это было хорошо. Это мне понравилось. А, еще один. Да что ж такое? По 400, по 500 жизни у каждого. Это сильно. Сколько у вас там еще, а? Ай-яй-яй. Это что? Это что было? Вот и что было за заставка-то такая, а? Что было за заставка? О, бронька.
уникальный капюшон листвы. Там уже не помещается, да? Так, это откуда у меня Куртон? Дальний бой. Это дальний бой 7, капюшон вора. Защищение физическое повреждение врагу 10%, сопротивляемость к воздуху 11%, шанс найти магический предмет 10%. Здоровье плюс 15. Прикольно. Здоровье и броню повышает. Так, чары непребываемого щита, броня 6, отдаем. Отдаем Деру. У нее броня 5. А это броня 6 плюс броня 26%. Хорошо. Хорошо, хорошо. Дальний бой — это ерунда. Так, что тут у нас пусто? Что было за заставка, непонятно. О, святилище исцеляющей воды. Как у знахарь. Это что там такое? А, это призвали, да? Призвали. Это что? Так, на дегрюр. Похоже на схему замысловатого фонтана. Так, идем по кругу. По кругу. Три жизни уже бьется дольше. Дольше бьется. А. Появился приятель. Так, заклинание. Везение? Так, что за везение? Во время повысится вероятность найти магический предмет и количество находимого золота. А-а-а. Вот как. Так, а что тут это самое? Новый урок, что за новый урок? Найдите эльфийский источник, наполните пустой сосуд водой эльфийского источника. Сосуд, который дал вам Тар, вместите достаточно воды. Вместится достаточно воды, чтобы исцелить и вас, и зараженных дриад. А главное, если вы вернетесь с водой, Тар убедится, что вы здоровы. Понятно. Так, что источник работает? Что-то льется, да? У вас в руках полная стеклянка. Склянка, да. Проверьте список ключевых предметов. Полная склянка, склянка триад Тар. Теперь в ней плещется вода или из эльфийского святилища. Выпив воду, вы не ощутили ничего особенного, но Тар верит, что она поможет дрядам в чумном лагере. Ну да, там же этот эльф, по-моему, сказал, что ты здоров. Что-то эти дряды придумали. Так, и что мне по заданию? Мне надо возвращаться, да? Вернитесь к Тар в зал совета Эйрулане. В Эйрулане. Здесь уже все, да? Так, а что стрелка сюда показывает на эти двери? Ага. Вот, портал открылся. Порталиус. Хорошо, портал открылся. Там вначале был лифт вниз или наверх.
мы должны туда сбегать. О, пропустил. Пропустил, не заметил даже. Эх ты, какой красненький, красавчик. Так, и вон спереди, справа какой-то красный этот самый объект. Где он там находится, непонятно. Так, золото. О! Кадушка. Кадушка с оружием. Арбалет, что за арбалет? Этот арбалет такой, этот арбалет такой. Ладно, арбалеты. Как-то мне не интересуют арбалеты. Был бы лук. О, я думал, тот круг поедет. Поехал этот квадрат. Вообще. Так, заклинание. Какое заклинание? Что-то мы нашли. Что-то мы нашли. Минимальное повреждение, максимальное повреждение выше. Сила 1 выше. И здоровье падает. Дальний бой 5. Вот это получше. Возьмем его. Так, тут курточка не открылась еще твоя. Дальний бой. Подожди, не то, не дальний бой. А, не, перчаточки. Боевая магия 6. Сейчас уже откроется, немножко осталось. Так, грубо желтых кубов, теперь желтые. Так, а возьмем еще, да? А, вот кнопка, я думаю, что ж тут нажать. Желтые. Красный, да? Желтый открылась. Поехали вниз. Наверху были зеленые. Капюшон листвы. Зеленые, я думаю, что как раз они мне и нужны будут где-то, куда я уеду далеко. Дальний бой 3. 26. А, это уже есть такой. Вот фиолетового нету, да, вот кнопочка. Кнопочка, тут что у нас? Фиолетовый, да? Сюда ложим красный. И где открывашка? Так, здесь положили фиолетовый. Где что нажимается? А, сюда же фиолетовый надо принести. Чудо! Обнаружен тайник. Неплохо. Тайник обнаружен. Так. Желтый куб. Давай желтый. Красный. Фиолетовый, да? И рычаг опять. Опять наверх. Ха, это как раз за стенкой, где мы опускались. А, и вот идея открылась. Исцеление, призыв раптора. О! Утерянный эльфийский сапфир я нашел. Магия природы 7, раптора вызывать. Ага, прикольно. Но у нас пока нету.
Исцеление заклинания маги природы. Тоже обалденная вещь. Глаз Граля. Интеллект плюс 2. Так, а где этот самый эльфийский? Или он в книжке? Да, вот здесь он. Святилище эльфийское. Так, Лаэнна, коллекционер из Эйрулана. Прослышала об артефакте, который называется эльфийский сапфир. По слухам, он спрятан где-то в эльфийском святилище к западу от города. Лаэнна щедро наградит вас, если вы найдете для нее этот сапфир. Неужели я брал этот квест? Отнести эльфийский сапфир. Прикольно. Задание еще одно. Так, сколько тут за эти самые разочарования? Даров воинов. Это что такое? Так, наверное, сегодня даров магов и даров стрелков. Что это такое? Моментально становятся дары всех находящихся рядом членов отряда, у которых основной класс дальний бой. Дары будут моментально восстанавливаться, пока действует формула. А, это вот эти вот внизу, которые дары, если тратятся, то с этим заклинанием, пока действует формула, они будут восстанавливаться постоянно, если босс какой-то сильный, чтобы постоянно наносить удары критические. Это здорово. Третья страница уже у нас. Так, это дары восстанавливаются для магов. Магические предметы. Дары всех стрелков. Отлично. Так, и мы вышли к выходу. Мы вышли к выходу. И так, а что ж нам делать? Пешком бежать неохота. Наверное, надо телепортнуться через этот портал, который мы нашли. Чтоб зря не бежать. Отлично. Чтобы зря не бежать. Деру, отстаешь. Отвлеклась. Так, Эйрулан, давайте отнесемся туда.